Сельская дорога, по которой ходит жуткая легенда про обитающих здесь людей, вернее, существ, похожих на людей. Я вам расскажу историю, которую рассказал мне один из подписчиков. Лет 10 назад мужчина ехал домой, свернул с трассы на лесную дорогу, тем самым сократив путь. Об этой дороге уже ходили нехорошие слухи, то, что там часто пропадают люди, машины находят брошенными без водителей и пассажиров. Эти люди пропали без вести и их так и не нашли. Но мужчина не верил в эти слухи, считая, что это всего лишь вымысел. Проехав километра два, он заметил человека, стоявшего на обочине дороги. Как он описал его, был одет в джинсы и свитер, при том, что на улице было минус 15 градусов. Проезжая мимо этого странного парня, он решил остановиться и подвести его. Мужчина позвал его к машине. Парень стоял, не двигаясь. После, когда он повернулся в сторону машины, мужчина увидел то, что у этого парня светятся глаза, и изо рта торчали два больших клыка. Мужчина испугался, сел в машину и начал уезжать. Смотря в зеркало заднего вида, что этот парень не отстает от него, он ускорился. Его скорость была примерно километров 50 в час. Парень все так же не отставал и бежал за ним. Дорога очень плохая, и по ней особо не разогнаться. Но мужчина прибавил скорость примерно 80 км в час, но парень все равно не отставал и бежал за ним. Проехав так километра 4, мужчина увидел на обочине еще троих похожих на того парня. Также светились глаза и торчали клыки. Проехав мимо них, мужчина увидел, что они бегут за ним. Это продолжалось до тех пор, пока не выехал из лесной дороги. После он поклялся, что никогда больше не заедет в этот лес. И сегодня, друзья, я еду именно на ту самую лесную дорогу. Dark Ghost. Проехал, сейчас я зайду в эту заброшку, посмотрю, что там. Значит, не врали то, что эти люди или кто они, вот эти существа, которые стоят на дороге и которые один перебегал.
Это реально. Вот это что за заброшка вот. И я вот не знаю, кончилась ли лесополоса или нет. Я думаю, сейчас установлю здесь камеры ночные. Одну поставлю здесь, в этой комнате. Вторую здесь поставлю. А сам залезу на чердак. Вот первая камера. Вторая камера. Сюда залезть. Думаю, похрустит. Так, побуду я здесь, наверное. Посижу, послушаю, будет ли что. Придет сюда или... Это точно не зверь, а рот.
сюда не собрались. Не залезли ко мне. Вот это будет жесть. Батарея фонаря уже разряжена. Если у меня сядет свет, мне кранты будет. Я думаю, мне нужно отсюда уходить. Зря я машину гонял.